Пешеходы Малой Субботихи тоже каждый день рискуют жизнью. Они вынуждены ходить по проезжей части. Снег с дорог коммунальщики сгребают на обочины. В итоге вырастают горы снега. Их высота уже достигла окон частных домов. Так сейчас выглядит улица Школьная. Житель дома номер 19 Геннадий Ушаков показывает последствия уборки снега. Под завалами оказываются даже деревья. Например, ствол березы пострадал от грейдера. А вот другую по соседству полностью накрыло снежной лавиной. Жители Малой Субботихи переживают, что снег так и пролежит здесь до весны. Чистить надо, чтобы автобусы ходили и все ходили, но чистить надо. Одним делать добро, другим делать зло, или как сказать. Деревья мы садим, их тоже губят. И сирень, и акацию, и березы. А сколько кустов я видел, насажено было, и он их все завалил. И вот таким тяжелым снегом вряд ли они выживут.